Всем добрый день, это Виталий, компания «Бостонтех». Сегодня я хочу вам предоставить вот такой вот навозоразбрасыватель. По-другому его, ну, по-научному можно назвать разбрасыватель твердых минеральных удобрений, наверное, так. По факту это навозоразбрасыватель. Бельгийское производство, Джоскин Торнадо 3. Подобных аналогов сейчас в России в продаже нет. Абсолютно исправен, 2017 года, со всей технической документацией. Колеса в изумительнейшем состоянии, бэушные, на твердую 4 с плюса, я скажу так. Ножи задние абсолютно в рабочем состоянии, износ незначительный присутствует, то есть с 2017 года, да, вот они работали. Вот. Но это на самом деле мелочи жизни. Почему? Потому что ножи можно докупить, причем они в прямом доступе в любом абсолютно магазине. Да? То есть они режут твердые удобрения, ну и дальше уже разбрасывают по полям, на поле. Поэтому кому необходим подобный разбрасыватель удобрений в абсолютно хорошем, рабочем, отличнейшем состоянии, да? Обращайтесь. Задавать вопросы технические смысла нет. Приезжайте, кого интересует. Смотрите сами, потому что, я говорю, 2017 год, наработка незначительная. В обслуживании у хозяйства всего лишь навсего 1000 гектар земли под силос, да, то есть то, что куда они кидают непосредственно твердые удобрения, то есть вот здесь всего 1000 гектар. Ну, опять, не новый, Торнадо 3, очень вкусный. Звоните, пишите.